Привет, бро, меня зовут Пузи, и добро пожаловать в Overwatch. Сегодня мы с тобой поиграем в командную схватку 4 на 4. И прямо сейчас я выбрал Фару. Это у нас идет небольшая разминочка перед настоящим трешачком. Получай, получай! И подорвал ее, кажется. Нет, до конца не убил ее. Не убежишь от меня, ты понимаешь, с кем ты связалась? Ты связалась с настоящей Фарой. Воу, они все полетели на меня! Нет, 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 нет! Облещу с обратной стороны. А, их четверо, а нас, видимо, двое. Замечательно. 4 против 2 на разминке. Очень хороший знак. Мне это уже не нравится. Ладно, я, может быть, ангела хоть добью. Полетела в пропасть. Умри! Умри, вонючка! И ты представляешь, это только разминка. То есть это только начало. Суровое начало. И мы с тобой переходим к матчу. Ну, наконец-то. Это самый долгий режим в Overwatch. Потому что я ждал минут 5 ожидания начала разминки. И еще 2 минуты мы с тобой ждали, когда начнется сам матч. Но ничего, я думаю, наши ожидания того стоили. Я выберу солдат, потому что настоящий профи играет всегда за солдата, о, да? Ладно, кого я обманываю? Сейчас я выберу Пуджа, потому что я должен буду хукать, зарабатывать нам очки. И, кстати говоря, чья команда первее доходит до определенного количества очков, та команда и побеждает. Ну, а мы сейчас с тобой играем за синюю команду. Мы должны с тобой вздрючить красненьких. Я думаю, у нас это получится. Видишь, у нас Хан за подсветочку врубил. Ну и что ты подсветил? Неужели ты думаешь, это нам поможет? Нам это ничем не поможет. Опа! Хукай! Получай по лицу! Получай! Нюхаю пуканчик. Серьезно, я теперь могу на ходу юзать эту штуковину? Я не знал. О-о-о-о-о, отражаешь твои пульки, а это тебе не поможет. Я играю за топового пуджа, у меня есть топовый хил. Нет-нет-нет, там Ханза. Ханза заряжается. Так-так-так-так-так, погоди, Ханза, успокойся. Ангел! Нет, я по ангелу не смог попасть. Ладно, опять нюхаю свой пердеж, восстановил жизни. А где мой хук, когда он восстановится? Ты сзади меня пытался бежать, эй! Эй-эй-эй-эй-эй, оба! Схватил, ударил, понюхал какашечек. Давай, ангел, держись! Мы всех распадаем рано или поздно, доверься мне! Есть, я убил солдата! Я нюхаю пердеж! Есть! Мы вынесли этот пак. У нас получилось это сделать. Это было потно, они хилились, мы хилились. Используй свою ульту. Получай, мерзавец! Получаю! Вот так вот, Ханза минус Ханза. Я говорю, минус Ханза! Что-то я никого сегодня убить не могу. Вроде бы неплохо дамажу. О, хуком зацепил, да ладно. Я думал, это уже никогда не сработает. Никто не попадется на эту фигню. Да ладно, они от хука умеют ворачиваться. Ну, они молодчины в этом плане. У нас пока что 11 очков. Так, хукаю! Бах! Минус 1. Есть. Восстанавливаемся. Теперь за ангелом. Нужно бежать за ангелом. Используй эту штуковину. Уу! Ульта неплохо сработала. Неплохо сработана, но нас обходит сзади. Мы не должны давать им убивать нас. Потому что мы непобедимая команда 2000. О, нет! А, это мы воскресли. Замечательно. У нас ангел использовал воскрешение. А это означает, что это хорошие новости. А вот это было сейчас очень плохо. Не забывай, что я могу хилиться на ходу. Да блин, попади ты своими гарпунами. Все, ты труп, тебе не повезло. О нет, теперь я труп. Меня наконец-таки убили, у меня серия 7 убийств. Кто-нибудь подсветочку бахните, пожалуйста. Да откуда ты стреляешь-то, я тебя не вижу. Ага. Ну и что, Ханза? Ну и что тебе это дало? Та! Застрелил. Наконец-то я смог поймать этого вонючего Ханза уворотливого. И теперь солдатиком сейчас осталось только разобраться. Сейчас немного восстановимся. Вот так. Так, давай, используй ульту. Мы с тобой почти дошли до полного бака. Наконец-то! Есть. Минус, это хорошо. Я хочу принести максимальную пользу нашей команде. 28, осталось всего лишь 2 убийства. И это будет мое убийство, это я знаю. Это будет мое убийство. Волк, это был волк. Дзиньята. Минус Заньята, и мы с тобой победили. Я принес нашей команде финальное очко, и мы реально победили. Смотри, я вот так вот с пальцами наверх стою, такой, мы затащили, братва, мы затащили. Лучший момент матча Бленкс. Посмотрим, что же он такого сделал. Он прицелился, выстрелил, еще раз выстрелил. Ох, какой красавчик, смотри, как он всех выносит.
А, стоп, он по мне стрелял, что ли? А, нет, он отбил моего врага, замечательно. Это наш тиммейт. Это наш красавчик, да, это наш. Ну, а теперь мы с тобой поиграем на карте, которая называется King's Row. О, да, моя любименькая карта. Надо же, опять она, да, это та самая карта, на которой мы с тобой будем фейлить. Каждый раз, когда я играю в этот режим, именно эта карта и выпадает. Смотри, смотри, как я завалил этого гнома. Опять гном, опять эта вонючая гномиха со своей турелью. Так, 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 так. Так. Мы с тобой зарабатываем поинты, потому что матч уже начался. Нельзя фейлить. Нельзя фейлить. Все, разминка уже давно закончилась. Вот меня не убежишь! Есть! Увернулся! Вовремя увернулся. Нужна отхилка нашей команде. Все хильтесь, кому нужны мои хилки. Молодчины, молодчины, хильтесь. Ага, ага, мокрый! Пау! Нет! Нет! Откуда он меня убил? Он меня убил своей турелью. Слушай, а может быть тогда нам тоже установить турельку? Нет, давай лучше просто ее будем сносить постоянно. Я буду стараться тогда обойти и стырить какую-нибудь... Угу, угу. Ну давайте, ребятки, конечно, давайте все на позе. Я даже откилиться не успел, я ничего не успел сделать. Что я должен был в этой ситуации сделать? Подпрыгнуть наверх? Солдат не умеет бегать по стенам, ну а тогда что? Я не понимаю. О! О! Нет, все, мы просто не будем отдавать наши поинты. Они сами доигрались, я выбираю гнома. А, будем играть месть за месть. А, это я так называю, месть за месть. Просто сейчас возьму, установлю вот сюда турельку. А, ударю пару раз по ней, я ее прокачаю. Говорю, прокачаю, прокачаю, прокачаю. Начинай стрелять, начинай палить, как в последний раз в жизни. Да, нет, мою турель снесли. А что тогда делать, если турелька даже не помогает в таких случаях? У них же есть Гензи. Так, сейчас мы используем магию волшебства. Волшебная палочка активировалась. Так, 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 так. Надо сделать небольшую приманку к себе. К себе поближе. По кого? Знаешь что, гном это не мое. Опа, вижу, вижу гнома. Минус гном, обосрался, обсикался. Так, 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 так. Волшебные зловонья, помогите мне, помогите мне. Капкан сработал. А, этот чувак вообще ультует. А, супер, я уже ни на что не надеюсь. Это однозначный проигрыш. Мы отстаем на 2 очка, всего лишь на 2 очка. Это 100% проигрыш, помогите мне. Промазал, промазал, промазал. Я промазал, я очень жестко зафейлил. Я это знаю. Так, там это турель, да? Возможно. Возможно, турель. Я вынес турель. Да кто меня опять замацал? Он во мне стоял. Как я до... Чё? Я очень давно не играл в Overwatch, поэтому я немного потерял свой скилл, так сказать. Обосратый гном. У меня бомбит, когда я играю в Overwatch. Я не могу играть спокойно в Overwatch. Это просто невозможно. Вот он убил прямо перед моими глазами его. Так, сейчас они не установили здесь турель. Значит, есть шанс... Обойти! А, мы проиграли, мы проиграли. Я ничего даже не смог сделать за эту катку. Это была самая быстрая катка в истории Overwatch. Самый быстрый слив. Но не все время же побеждать. Ну что ж, бро, на этом этот ролик подходит к концу. Надеюсь, тебе понравился этот ролик. Если это так, то обязательно поставь свой лайк. Подпишись на канал, если ты еще не подписан. И увидимся с тобой в следующих видео. Адьос! Playtime!